В Раменском продолжаются лично-командные соревнования по прыжкам на батуте. Тольяттинские спортсмены завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медали. В возрастной категории 11-12 лет юноши стали первыми в мини-трамплине, девушки – третьими. В прыжках на акробатической дорожке в возрастной группе 11-12 лет победы одержали обе наши команды. Тольяттинский танцевальный дуэт на льду Ольга Мамченкова и Марк Волков завоевали бронзу. После ритм-танца наши спортсмены расположились на второй строчке. Произвольный прокат сместил нашу пару на третье место. Напомним, что сейчас в Красноярске продолжается 10-я зимняя спартакиада России по фигурному катанию. Тольяттинский картингист занял третье место на сочинской гонке Rotax Spring Cup 2020. Несмотря на серьезную конкуренцию, на трассе наш соотечественник Кирилл Хайрутдинов пришел третьим. С первых кругов картингист занимал лидирующую позицию, но под конец сместился на третье место. Следующая гонка Кирилла пройдет также в Сочи с 21 по 22 марта.